Ноябрьские спортсмены сегодня отправились на соревнования по пауэрлифтингу в Краснодар. На соревнованиях такого уровня Ноябрьск представит 5 именитых спортсменов, среди которых, кстати, есть и женщина. Вернутся с соревнований пауэрлифтеры уже на следующей неделе. Добавлю, что улетели они с боевым настроением. Я лично буду выступать до 100 килограмм и в возрастной группе среди мужчин 55-59 лет. Настрой хороший, постараемся достойно представить Ямал и наш любимый город на этих международных соревнованиях. Настроение боевое, цель победить, занять первое место. Хотелось бы, конечно. Будем пробовать, будем пытаться.